сегодня я готовлю папе десерт. И для этого мне нужен банан и две печеньки. Это надо взять такой кусочек банана. Да, а где ты его взял? Я нарезал. Покажи, как ты режешь, чтобы дети тоже знали, как надо резать. На дощечке обязательно. Одной рукой держим банан, а другой нож. И аккуратно, крепко держим банан, нож правильно держим и потом отрезаем. Получившуюся дольку очищаем от кожуры. Берем... Рассказывай. Берем две печеньки. Мы можем вот так вот положить. Вот так вот. Что-то ты такое складываешь. Мне узор какой-то из бананов. Итак, а потом надо покласть печеньку сверху. И таран. И таран уже готовый десерт? Да. И это уже можно есть? Да. И еще такие ушки. Получилось как маленький медведик. Если еще взять шоколадный крем такой, можно сделать глазки, носик и рот. Да, потом будет как будто печенька в форме животного. Вот теперь мы взяли немножко крема. Теперь по кисточкой вот так берем, а потом здесь кашем. Угу. Ножом как кисточкой делаем. Один глазик. Первый глазик. Ну, так как нож это не кисточка, да, это мы так просто экспериментируем вдруг. Решили попробовать. И это у нас крем шоколадный. Пока мама готовит торт, мы у нее ложечку немножко украли, чтобы сделать нашу печенюшку-десерт. Так. И веселый рот. Наверное, вот эту всю ложку так по чуть-чуть размазать. Ну, вот так вот. Будет у нас медведик, который объелся шоколадного крема. И весь рот у него будет в шоколадном креме. Да? Да, подожди, я немножко помогу. Так вот поверну его. О, даже получилось, как будто он смеется такой. Хе-хе-хе-хе-хе. Хитрый медведик. Да у него уже такие усища получились большущие. Достаточно, я думаю, а то медведик обожрется у нас вкусным кремом шоколадным. Так, Валентин, хорошему художнику главное вовремя остановиться. И такой немножко... Бородатый. Немножко бородатый получился у нас медведик. Ну все, давай пробуй, оно или он вкусный, или нет получился. Ладно, но я не могу есть сладкое, потому что у меня... Есть паста, которую я не могу 3 дня съесть. Есть сладкое тебе нельзя, да. Потому что на зубы специальную пасту накрасили. Ага, ясно. Придется папе пробовать экспериментировать этого ужасного, свирепого, веселого медведика. Да. Еще чуть-чуть бородатого. Можно сделать такой рецепт. На кухне можно придумать всякое, да, такое делать. Пока мама делает торт, тут возле мамы можно всякое попридумывать. Ставь лайк и
Валентин. Пока-пока. Пока, всем пока.